Что мы золотой? Вот такого ребенка, ребята, закрыли в доме. Все, мой хороший. Вот такой. Сейчас он вчера на меня кидался, а сегодня вроде бы я могу погладить. Все, сейчас попробую снять с него цепь. Вот, ребята, как всегда, две собаки. Дом продали. А двух таких маленьких. Вот. Это вообще испуганная, да, ребенок? Испуганный ребенок, да. Они были закрыты в доме, ребята. Вон, видите, что творится? Вот такое. Такие дела у нас. Ничего, дети. Грязные, страшные. Главное, что мы ласковые и хорошие. Это самое главное. Сейчас сниму ошейничек. Все будет хорошо. Ну что, деточка, боишься, мое солнышко? Боишься, детка? Не бойся. Я не обижу. Нет? Можно погладить? Можно девочку погладить? Тоже можно погладить, если осторожно. Ну все, познакомились? Маленький мой. Они ростом где-то до 40 сантиметров. Ребята, как можно продать дом, уехать и закрыть собак в доме? Скажите. Ну это зверство, это настолько чудовищно и страшно. Ребята, ну разве так можно? А? На платформе. Щенок. Крупный щенок.